Во втором по величине городе Ульяновской области открылся арматурный завод. Производственная площадка находится на территории индустриального парка «Мастер». Учредителем нового завода выступила компания из подмосковного Подольска. Создано уже 28 рабочих мест. Мы планируем увеличить до 52 и более уже в следующем году, так как планируем развить производство литья, производство полимерных изоляторов, производство спиральных вязок на этой же площадке. На Димитровградском заводе будут выпускать арматуры для самонесущих изолированных проводов. Подобные провода предназначены для передачи и распределения электрической энергии. Причем производить изолированные провода будут по уникальной технологии компании-учредителя. Инвестор производит продукцию в рамках государственных программ импортозамещения. Ульяновск был выбран не случайно. Привлекли хорошая работа региона с инвесторами и сама площадка. Есть и персонал, плюс Ульяновская область вложилась здесь в окружающую инфраструктуру, дороги ремонтируются, подъезды делаются. Соответственно, мы совместно с нашим вторым соучредителем здесь отремонтировали площади. Вот, и поэтому в настоящий момент уже порядка 16 резидентов работает. Продукция поставляется в электросетевой комплекс России, а также за рубеж. Объем инвестиций на первом этапе реализации проекта составил около 100 миллионов рублей. Напомним, Ульяновская область по итогам первого квартала этого года заняла первое место в России по темпам роста инвестиционной активности. Анна Тищенко, Юрий Конихин, новости Улправда ТВ.